языка черно кровать. «Щедрик» – любимая украинская песня Оксаны Минаевой. В мае 2014 года вместе с семьей ей пришлось покинуть Донбасс. В аэропорту рядом с Краматорском, где они жили, зазвучали первые выстрелы. Оксана говорит, Самара встретила их радушно. Внуку помогли пойти в первый класс, дочь перевелась в государственный университет и теперь преподает историю в школе. Оксана тоже педагог, а в свободное время поет в украинском хоре «Промень». Все-таки 20 лет мы там прожили, муж украинец, дети в эту культуру как бы прониклись, и это возможность проявить себя, донести, наверное, эту культуру до самарчан. Сегодня хор выступает в ДК «Победа» на украинском музыкальном вечере. В репертуаре национальная классика, рождественские колядки и праздничные хоровые песни. Выступил и детский ансамбль «Эклипс». Нам нужно единение, и этим сильна Россия всегда была, есть и она и будет. Потому что мы многоконфессиональная страна, многонациональная, и нам необходимо поддерживать братские тесные узы. Те, кто живет в Самарской губернии, они чувствуют себя частичкой самарского народа. И я думаю, это не мешает им в то же время ощущать свои украинские корни. 22 марта в Самаре в Доме дружбы народов пройдет «Шевченковская весна». Этот вечер посвятят творчеству известного украинского писателя Тараса Шевченко. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.